Гуин Аспис, род трилобитов из раннего Кембрия, окаменелости которого найдены в Марокко. Этот род тесно связан с другими трилобитами Хоубертелла и Волунасписом, но в отличие от любого другого представителя Фалатоспидоидей, ему не доставало щечных шипов. Динокариды являются предложенным вымершим таксоном ископаемых членистоногих, морских животных, обитающих только в Кембрии и Ордовике. Они подразделяются на аномалокаридов и апибенидов. Название этой группы происходит от греческого слова «deinos ikaris», что означает «ужасные креветки» или «ужасный краб». Из-за своего ракообразного внешнего вида и теории, предполагающей, что представители этого класса были вершиной эволюции хищников в свое время. Динокариды имеют двухстороннюю симметрию тела с неминерализованной кутикулой, разделенной на две части или сечения. В передней части тела находится ротовая полость с одной или несколькими хватательными щупальцами, снабженными шипами. Тело имеет 13 или более сегментов, каждый со своей собственной жаберной щелью и плавательной параподией. Считается, что эти параподии могли совершать движение вверх и вниз, чтобы толкать тело животного вперед, подобно каракатице. Таксономическая принадлежность динокарид является неопределенной, они, кажется, являются родственной группой членистоногих, но в последних научных работах их роднят с типом лобоподий. Группа географически широко распространена и была найдена в кембрийских слоях Канады, Китая и России, а также в ордовикских слоях Марокко и девонских слоях Германии. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект.